друзья, доброе утро. Я рад вас всех приветствовать на канале SKRDO Offroad. И сегодня у нас покатушка в лес, такая поездка выходного дня. Я от Сереги отошел, он там травится, мешает, там воздух шипит. В общем, наши вчера выехали в лесок. Там и Костян, и Симба, все погнали. Мы сегодня в одну машину догоняем их, будет весело, будет интересно. Едем уже на проверенный маршрут, но маршруты лесные всегда меняются, они непредсказуемы, тем более сейчас сухо, а там реальная трасса, камни выбоины, прям промоины, будет сегодня интересно. Так что, ребята, оставайтесь с нами, смотрите, комментируйте, задавайте свои вопросы, все читаю. Спасибо за обратную связь. Спасибо, что пишете, что нужно исправить, что нужно сделать, что нужно улучшить, да, то, что там я комментирую громко. Ну, ребят, извините, нервы. Постараюсь молчать, но не факт. Так что уж извините. Друзья, кто за нами следит регулярно, мы на последних двух этапах с Костяном прям конкретно закосячили, поломались, там раздатку новую пришлось покупать, потом новый аккумулятор мощный взяли, прогорели с ним, неудачный опыт. В общем, по бабкам прям попали нормально и прям стало тяжело вывозить. Поэтому, ребят, я тут одну фишку нашел, хочу вам показать. Слот называется Fire Joker. Леон сейчас накидывает 100% бонусов к депозиту, плюс 100 фри спинов. Я вот тут заряжаю не сильно много, по 3 бакса накидываю, и потихонечку что-то получается, что-то нет. Вот, я вчера закинул 200 баксов, у меня уже 400, как видите, на счету, и немножко я поиграл. В принципе, темка рабочая, мне нравится. Опачки, смотрите, ничего себе, прям со фри спинов я выбиваю бонусный уровень. Ну давайте, ничего, ого, нормально, о, 180, нормально я так прибавил, хорошее начало дня. О, ребят, в общем, кто хочет так же, переходите по ссылке в закрепленном комментарии. 100% депозита, 100 фриспинов бесплатно. Дергайте свою удачу за хвост, играйте с холодной головой, не жадничайте, и все будет у вас кайфово. Че, Серега, машина готова? Пока да. Че, сейчас в одну машину катнем. В общем, мы с Серегой заезжаем в лес. Приятного нам дня, вам приятного просмотра. Я надеюсь, сегодня погода нас, как видите, радует, солнышко встает, а мы полетели. Так, начинаем подниматься на перевальчик. Сейчас я обойду по кругу. Нет, все отлично. Давайте, все, ничего не цепляет. 33-е колеса. По-моему, даже без блокировок Серега едет. Поехали! Да, я же говорю, на свободных. Впереди будет камень, где в тот раз Сережа порвал грип. Но грип оказался от производителя бракованный. Потом поменяли, без проблем. Лес сухой. Доехали вообще без проблем. Были три ванны большие, колейные, но сейчас сухо, воды мало, пробили легко. А что, вы тоже сели мощные? Сейчас, слышишь, Андрюх? Вазик у нас, как всегда, сразу отъехал. Жестче! А
Она на месте стоит. Она движушечка, да? Ой, спортсмен, а? Чемпион. За УАЗика цепляется. Олег, тебе не стыдно? УАЗик пускай далеко не отъезжает. Мне сюда? Понятно. Он сейчас пробил. Так, Санчик, наши снарики поехали. Оп, колесо. Давай! Олег, гражданские проезжают. Уже газ пора. Ну сейчас входом. Входом! Вторая до. Красавчик, Саня. Хорош. Тихо, тихо, нежно. Дальше, дальше. Сейчас упадешь. Оп. Потихоньку. Пошел. Все. Вот так должно. Стой, 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 стой. Назад. Назад, 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 назад. Съезжай. Съезжай. Не надо, Серег. Ветка. Ты садишься. Так. Вот сюда прям заскакивай. Вот так. Чуть. Вот. Вот так и держи. Смотри, Костян прям заезжал, видно, аж вот сюда. Оп, стоп. Назад. Я объясню, почему. На красной Ниве у нас стоит ограничитель выворота колес, чтобы не выламывало. У Сереги колесо упирается и начинает выламывать, из-за этого страдает наружный шрус. Сейчас попробуем проехать. Упремся, если нет, залебедимся и ладно. Чуть пошире берет разворот, угол атаки, так сказать. Разок. Все, не надо. Назад. Чуть-чуть назад. На меня ровно. Нет, ровно прям. Чуть-чуть, чуть-чуть. Давай. Еще.
Выровняй влево. Попробуй так, держи руль. Не, все, лебедим. Так, у Сереги план банан, говорит, не хочу лебедиться. Будем раздатку. На раздатке есть защита. О, хорош. Чуть, стой, 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 стой. Чуть-чуть. Висит на защите, давай. Но заскочил, заскочил. Ой. Лебедим? Все, повис. Все, не едет. Не, ну, братан, заскочил. Ну, заскочил. Но ты прям на раздатке. Вот прям на защите. Да. Да. Ну. Показать, кстати. А я показал, показал. А, ты и на мосту висишь. Да, и моста, и раздатка. Ну, давай. Так, первая лебедочка. Серега, дальше. Ну, тут мы проезжали, по-моему, без проблем. Серега себе сделал самодельный подрамник на раздатке. О, как он решил. Ну, так легко. Оп. И следующий момент. Походу, тут кто-то порвался. Много всякой тары. Кто-то чинился, наверное. Нигде не зацепил. Все отлично. Все. Стой, стой, стой. Все на свободных дихвах. Поехали дальше на перевал. Э, колесами чуть-чуть. Чуть-чуть. Стой! Стой! Ну, завод рождается, глянь. Олег, просто за угол смотреть? Загляни. Куда смотреть? Куда смотреть? А вот просто за антенкой следи, следи, следи. Смотри, уже сейчас... Вот он, почти уже вышел. Почти вышел, голова застряла, надо за ногу тянуть. Что-то приварить железное там. У меня тоньше, а не крепче. Сухой лес тоже имеет свои недостатки. Вот раньше здесь колея была, проезжали без проблем. А сейчас по сухому, по всем вот этим камням, тут даже объездку уже сделали, что камень торчит. Но по идее Нива... Не зацепило Сильвера вообще. Едут. И Сильвера, да, едут. Жаль, Сильвера уже сняли с производства. Сильвера, говорю, сняли с производства, так бы хороший спонсор был бы, да? Это наше большое горе. Честное слово. Не ездил на суперстонах, как это еще? CST, аллигаторы. Не ездил на этой резине, но Сильвера это более чем... Наверное, на 99% лучше, чем на том, чем я ездил предыдущий. Не будем говорить, на чем ездил. Не будем на чем, потому что очень стыдно. Так, очередное засадное место, когда здесь лужи, здесь жестче. Вижу, сделали объездку, но мы не будем ехать по объездке. Можно вот здесь еще по бровке. Серега, надо сюда. Еще, 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 еще. О, сел. На блокировках. Не. На всех. И перед тоже включи. Я опять ору, ребят. Ну как можно не орать, когда... Стой. На мосту, нет. Ты не едешь. Попробуй назад. Оп. Чуть-чуть туда. Вот так. Назад. И потом
Во! Во! Ну! Не, колеса влево! Влево, влево! Нормально, Сережа раскорячился. Вот сейчас, если б не бросил, выехал бы. Ну едет же назад. Выезжай, выезжай. И сейчас попробуй прыжком. Пробуй. Ну вот. Слушать иногда штурмана надо. Ай. Блин, как бы так... О, теперь оторвалось колесо. Ну вот и все. А вот и объездка. Поехали, там еще ступенька должна быть. Да тут уже падать можешь, тут уже нормально. Мы же аккуратно едем, это машина. Да, да, да. Только чтобы было видно, да, особенно, когда раскалячило. Я тебе скажу, правую сторону очень сильно разбить. Раньше очень жестко было, а сзади кто-то рубился. Походу, Костян. Костян, походу, сюда едет. Да. Попробуй, знаешь куда? Вот сюда. Вот сюда. И вот здесь на тоненького мимо дерева проехать. Не, да, вот за вот это большое цепляло. Здесь только один круг? Нет. Вот сюда, вот аккуратно, вот здесь ты должен пройти между деревом вот этим. Нет, надо вот там вот аккуратно сюда, потом если рядышком, все нормально. Здесь должен пройти, здесь Нива проезжает. Андрюха, нет, вот сюда. Жижулька. Все, дальше такое. Вот это место. Дальше не будет ничего такого серьезного. Дальше поедем спокойно. Как вам жижулечка? Да что-то странно как-то. Ну вот это место, которое самое тут это. Да? Да. Мы в тот раз проехали его. Я не знаю как. Ну вот оно вот. Ты прямо четко мостом с ветром есть. Ой, блин. Okay.
тоже неплохо. Нужно сказать, и ступенька легче. А, нет, сейчас Серега проедет. Да, легче, ступенька стала. Раньше она была прям вертикальная, вот такая, метровая. Все, дальше легкий узкий подъем. Там пару луж. И в целом выезжаем наверх, на хребет. Вот такой вот крен. Опять же, в сухую погоду без проблем. Да и в мокрую здесь нормально, кстати. Здесь скальник, почва, не грязь, резина цепляется. Это, кто не знает, маршрут верхний охотхозяйства через бревна, так называемые, к Пшатскому дубу. Продолжаем наш увлекательный аттракцион. Повыкопали, конечно, сильно. Вот, почему, наверное, этот маршрут называется бревна? Потому что здесь очень много бревен. Прям очень много накидано стволов деревьев. Я же сказал, без проблем. Тогда мы не смогли заехать на трех колесах. Оборванный шрус был. А сейчас. И все, и дальше мы через перевал. Там еще было одно сложное место. Но его бульдозером прошлись и засыпали промоину. Друзья, знаю, у нас много подписчиков из других регионов. На других машинах ездящих. И Ниву не воспринимают как автомобиль, который едет в лесу и не ломается. Все такие: УАЗик, там, Паджеро, Тойота. Нужно ездить правильно, даже на Ниве. Сейчас такой тюнинг у машин. Там 27 шлицов спереди. А можно поставить 30 шлицов сзади. Это вот такая полуось, в два раза толще, чем стандарт. На 33-х колесах уже Ниву никому не удивить, да? Уже ездят на 35-х, поэтому Нива... Кто обращайтесь, мы подскажем. Кому обращаться? Во, Серега подсказывает. Если что, пишите в Телеграм, ВКонтакте сообщение, что за привода, где их взять. Мы все расскажем и подскажем, правильно? Видите, меня учат. Каждый новый день нужно чему-то новому учиться. Все, а мы спускаемся. Вот уже мы на полянке на хребте. Сейчас вниз через дровосеков и на речку. Так, друзьяшки, лес меняется с каждым разом, даже летом. Вон там раньше была лють, а вот здесь была лайтовая дорога. Но сейчас раскатали машины грузовые. И мы Серегу пускаем. Мы сюда заехали, как всегда, но... Больше боялись, если честно. Все-таки мы нашли грузовую колею. Ha ha ha.
Кто, как за ним бежать-то? Передняя блока выключена. Нормально. Все, сел. Межось включена. Почему-то колеса иногда жопа крутит, морда нет. Еще там было. Я тебе орал, орал, орал. Включена? А блоки? Странно, не симметрично. Я не знаю. Мне сапоги нужны. Ну ты очень сильно долбишь, давай, давай, два раза! Нет, два или... раза, пять. Пять или восемь. Только не упирайся, ну то есть... Не, шансов нет, там нагребает. Видите, разное вращение колес. Назад, назад, назад. А, все, назад не идет. Стой! Серый, назад сколько можешь. Когда назад едешь, руль влево. И когда вперед едешь, руль влево. Тебя затягивают вправо, и ты туда хуже уезжаешь. Попробуй чуть-чуть выехать назад. Влево и вперед влево. Влево! Сюда, влево! Не туда. Прям нормально. Блин, его надо было влево лебедить. Жижуля. Задний мост не крутит. Сейчас выскочит. Слышишь, граната подхрустывает. Че, как говорится, лучшие колеса это лебедка, да? Потому что с колесами вообще беда. О, давно я такой жижули не чувствовал. Да, прям прикольно, еле от... Я еле ноги вытащил с сапогами. Ну, четенько, сейчас вставим. Ух. И вот вы говорите, резина какая-то 22 килограмма, какая-то 30. Вот одна такая лужа, и колесо весит 80. Ух. Ну нам вроде ничего сложного дальше. Ну, только мы по трелёвочной. Да? Ну это трелёвочник, смотри, это гусеница. Итак,
Колея после трелевочника. Это гусеничная такая техника, которая бревна возит. Смотрите, сколько здесь жижули. Поехали. Мне кажется, Серега тут встанет. Выбрался чуть из колеи. Передок не заблокирован. Не заблокирован. Наверное, забыл. Стой! Раздатку включи, выключи и включи. Не работает. Или ты без блок? Значит, у тебя компрессор не работает. Вот поэтому ты без блок. Потому что не жопа, то морда, то жопа не крутит. Еще там я понял, почему ты без блокировок был. Все, мы что, лебедим? Давай, да. Ну вот, скорее всего, предохранитель на компрессор или контакт слетел. Все, сейчас тогда залебежу. Хотя с блокировками бы выехал. Так, Нива, маленький квадроцикл. Точнее, большой квадроцикл. Решили не рубиться дальше по колее стрелевочника. Пробиваемся через лес. Ну что, объехали все? Ну, великолепно. Автострада. Ага. Автострада. Ху. Спустя некоторое время. УАЗик с открытым капотом. Симба. Сашка и две красные. И мощный шевик. Что-то все они. Ты сюда? Ага. Все спят еще, что ли? День технического обслуживания. Тут генератор. Привода. Тут АКГАЗ привода, да? Первый раз Олеж сломал? Да. В лесу. Вот я говорю, мы на гонках ни разу не ломали привода на красной, а в лесу? Ну, все думают, что время пришло у них. Ну, сколько ты, получается, откатал? 6 гонок, 2 выезда. 6 гонок. Полгода полноценного пизд... 8 месяцев, да. Да. У тебя снаружи 27 же? 24. 24, а внутри 27. Да. А, ну ей свернуло прям. А, ну понятно. Стандартная история, да? Ну да. Тимошевские пацаны. Жека Штирлиц, Сашка на шейке на 35-х. В общем, сегодня день кайфуем. И Олег, наверное, сегодня уедет. Вот, а мы завтра поедем дальше катать. Так, ребятки, тут что-то... Это как-то не крутит наш аккумулятор. Давай понакупаем. Ну вот. Да, новый. Какой за месяц? Третий? Да, вот и что-то... Сейчас проверяем. Поехали. Короче, ребят, наши партнеры, компания Гулу, предоставили нам вот такой замечательный бустер, он же джампер, он же, короче, заводит машины. Сейчас будем тестить. Да, Костян высадил на лебедке вчера очень сильно машину, не заводится новый аккумулятор. Новый аккумулятор, смотрите, очень удобный чехол. Достаем проводочки. Сейчас давайте я достану, все сделаю. Так, все, бустер включился, провода. И теперь у нас заводим. Сейчас, подожди. Да, все, включился, бустер. Щелк, все, автомат. Если неправильно подключили, здесь будет красная кнопочка у нас. Если плюс-минусом можно менять? Нет, если ты неправильно включишь, вот, неправильно подсоединишь, тут будет красная гореть, то есть он тебе скажет, что ты неправильно. Неправильно включить, если получается минус на плюс. Да. То есть автомат. Да, вот... как для меня, да? Да. Короче, подрубили, а ну заводи. Бустер, все, 75%. А, так он и зарядку сразу другую показывает. 14. А было 12, да? Да, на заглушенной машине нихера себе он выдает. Давай, заводи. Сейчас она покатится, Костя. Я держу. Нет? Подожди, да, давай. Да подожди. Все, завелась? Сейчас полточка. Все, четенько. Оп. Так, а ну заводи еще раз. Это какая-то. У нас уже проблема, по-моему, идет. Может, что-то... Техническая. Давай еще раз. Она падает, смотри. Сначала да было, сейчас мало. Но завелась. Второй раз завелась, да?
все четенько работает. Че, Костян? Я говорю, по напряжению, то есть такое ощущение, что у тебя машина заведенная получается, прям, то есть, ну, как генератор будто работает, на самом деле, прям очень подкидывает много. Ну да, было 11, когда подключали, когда подключили, стало 14 прям, сразу. Будто ты сразу другой аккумулятор подключил. Слушай, ну вот видишь, в лесу нормальная тема. Очень удобненько. Будем пользоваться. Обязательно. Смотрите, я под видео оставлю в описании две ссылки. Первая будет ссылка. Это кто хочет именно приобрести такую продукцию, там уже вбита наша индивидуальная скидка. Вы заходите на этот, получается, ссылку и покупаете со скидкой себе такую продукцию, бустер и так далее. Кто хочет бесплатно себе попробовать свои шансы и выиграть такой бустер или другую продукцию фирмы Гулу, вы переходите по второй ссылке. Подписывайтесь на канал Гулу, выбирайте продукцию, делайте скриншот и отправляйте на почту, которая прописана по ссылке. Там aliexpress@gulu.com. И с 18 числа до 28 числа будет проводиться конкурс. 45 призов. 28 числа на странице Гулу будут все вывешены победители. И кто-то может бесплатно... Мошка летает. Кто-то 28 числа августа может забрать вот такой Гулу, зарядник, бустер себе в подарок. В общем, испытывайте удачу, используйте свой шанс. А только что он завел красную, и Костян очень доволен. В общем, ребят, спасибо. Этой темой будем пользоваться. Ну и в лесу пауэрбанк, зарядить фонарик, телефон, два телефона, прям с кайфом. В общем, пользуйтесь. Давай когда попробуем, когда она за троих. Может, не стоит? Да поехали. Писать, пацаны. Отборники можно выключить, да? Ага, давай поможем. Глубоко. А все, поплыли, по-моему. Ну, пока подорожим мы. Давай назад. Ой, не, я за чужиком водички. Ну, водички неплохо, да? Еще раз говорит. А давай, спортсмен, ты! А? А ну покажи, салон, помоешь? А ну покажи, спортсмен, как надо! И направо, 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 направо. Ух, водичка! Аккуратно. Куда ехать, братан? Я опять весь мокрый. Я тоже. Аккуратно, братан. Лево, 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 лево. Лево, 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 лево. Костян где-то слева по другой дороге. Лево, 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 лево. И право. Сразу право. Право, право, право. Ой. Тише, тише, право.
Лево. Лево. Лево, право, да. Лево, лево, круто, лево. У-ху-ху! Хорошо! День второй. Возвращаемся в лес. Сейчас на речке покупаемся. И через какой-нибудь интересный маршрутик. Лесовозная колея. Очень неприятно на ней ехать. Тут тоже ступенька такая и ветка. Во, чётенько. Тише, 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 тише. Не торопись. Спускаться легче. Спускаться легче намного по камушкам. Хотя опасность есть тоже, пацаны, диски об камни погнули. Погнули, побили, поцарапали. По машинам с нами вот стандартная, можно сказать, Нива там. Инжекторный мотор переделали. Блокировка, самоблок спереди, 100% сзади. 32 колеса. Женя Штирлиц, голий. Поехали, покатаюсь. Не-не-не, спасибо. Я и УАЗик — это несовместимые вещи. Две 100% тоже заварки, блокировки, сделанный мотор хорошо на белках. Тоже стандартный автомобиль. И шевик, который все видели. Догнали пацанов на прокатных квадриках. Вот едут тоже, кайфуют. Там 6 машин. И один, нет, 5 машин и УАЗик, да. Сзади едут, да, да. Что, он нас пропустит тогда, пацанов? А куда? Они все равно только тоже по левой будут объезжать. Они там в мочак. Это вот мы вчера, позавчера рубились. Камни, сейчас его покажу. Лютые пацаны. Достать туда, только в шумоте.
Вот это вот физическая нормальная тут нагрузочка. Командная работа тоже. Ай, не вырулил. Молодцы. Вдвоем четенько. Серега. Все, не буду кричать, не буду подсказывать, пускай сами едут. Я Серегу просто штурманил. А вот и длинная база. О, левая передняя не крутится, хотя пневма включена, походу порвался. Или нет, не знаю. Лебедка. Серег, поломал? О, порвал? Да нет, оно вообще не закрутилось. Ну и щелчка не было, ничего не было. Лебедочка. Ну, Серега красавчик выскочил. Сейчас надо Сашке круто влево, потому что там дальше лужа. Так подожди, сейчас еще УАЗик тут вам раскопает. И все. Подождите, вы не уезжайте. А вы без лебедок? Ну, мы я. А мы вообще продаем просто. Чуть разгончика. Не надо. Не-не-не. Давно мы динамкой не пользовались, да, Костян? Спасибо, Т+. Да. Спасибо, Т+. Без них никуда. Я не знаю, давай, наверное, по секунду переезжай на тебя. Ну да, его просто дернуть, он-то завелся. Выскочи. Чё я на камеру кричу? Я ж не штурман. Я всегда ору. Мне люди уже в комментариях пишут: заткнись, заткните это, как свинья верещит, говорит. Ну как можно тут не нервничать? Нам же ее нам же потом ее доставать, если она порвется. Это вам на виде. Да, белый прям молодец. Красавчик! Я того... Не, она вывешивается. Блин, как его снять, чтобы он... Не, без... он три колеса, у него левая порванная. Да не, без вариантов. Жек! Нужное колесико у тебя не работает, да? Оп. Лучшие колеса это лебедка, да? Висит колесо. На.
на компал. А, кстати, тоже чертил. Я думал, на белках не будет цеплять. Цепляет. Че, можно тут стоять или нет? Ой-ой. Такое место, конечно. Вытянули. А что, ставки делаем? Красная выскочит после всех или нет? Один раз, короче, красная и этот подъем 1-1. Один раз не заехали, один раз лебедил. А, один раз заехал, один раз лебедился. И сегодня Серега заскочил. Ну, наверное, тут накатали, наверное, сложно будет ему сейчас выскочить. Ча-ча-ча. Ну вот. Водитель так себе, да? А Костя крышу, по-моему, с переворота не мыл. Что-то... Ну, короче, 2-0. 2-1. Ну, хочешь, можешь порубиться. Ты что, еще и без блоки заезжал спереди? Все, выскочил. Жек, что за лебедка у тебя? Рунва? Нет. Квазика впустили вперед, потому что пробил колесо, камерные колеса, запаски нету, спускает быстро, в общем, максимально быстро пускай едет. Сережка тоже решил обслужить машину, как всегда, в лесу, да, дома нечем заняться, ну, да, а Сереж? Ну а что делал, электрику приехал, отдал стартер и все, и на работу. Да. Горячий еще, потрогаем. А что, а, ну понятное дело. Все. Поехали. Сейчас последние там два препятствия и выезжаем из лесу совсем. Смотри, кто-то камеру, камень вывернул. Теперь заезжать легче будет. Не, ну тут как бы без проблем. Спокойно, спокойно.
Сашки пневмы нету. Выключился компрессор. Ну там со шлангами что-то глубоко. На свободных спокойно, дико. У Костина подхрустывает левая граната. Слетел пыльник и грязью забилась. Ну, работает, но, наверное, скоро развалится. А, у Саши 35-е колеса, у Кости 33-е, поэтому чуть сложнее было. Ну и тут без проблем, я думаю. У нас все с Серегой в машине работает. Я сегодня с Сережкой. Буль-буль-буль. Нормально. А, сидит. Ну, цепляет мостом. Ай. Лютый. Да, там как бы немножко крен не был такой был. Конечная, так он не едет. Тяжелая неказиста. Жизнь обычно не вовода. Поломали. Как это? Правильный лифт? Необваренная шпилька. Сколько ты на ней проехал, Сань? А, год-полтора? В общем, ребят, наверное, завершаем это видео. Мы сегодня с Серегой собираем всех подранков на дороге. Нашли Шевика, который порвался весь. Тянем их в город. Поэтому, ну, друзья друзей, как оказалось, все нормально. И снимаем колесо, которое пробил УАЗик. Уже даже не держит там 300-400 метров. Постоянно подкачиваемся, наверное, снимем. Съездим на шинку. Приедем, поставим. В общем, это еще у нас веселье на 2-3 часа. Спасибо, что были с нами. Поездка была крутая. Всем участникам этой поездки огромное спасибо. Кайфуем. Это мы. Всем удачи и спасибо.